Перед вами можжевельник горизонтальный в Вилтоне. Вот он представляет собой вот такой вот сплошной ковер. Хвоя у него, как видите, вот такая вот, она что-то в виде колючек, чешуек, вот таких вот. Корневая система очень глубокая, и корень, соответственно, у нее один, и длинные побеги. Часто используется данный можжевельник в качестве создания бордюров, то есть если нужно, чтобы с какого-нибудь бордюра свисал можжевельник волной, либо с какой-нибудь возвышенности, скажем, с каменной горки, чтобы он свисал, данный можжевельник очень хорошо к этому пригоден. То есть вот если вы видите, вот куст примерно один, сейчас я покажу. Это все, вот это, нет, вот он, вот один куст, вот оттуда и до сих пор, это 1,70 м, вот здесь уже другой куст, и у него ветви вот идут уже сюда, в бок, и он 1,40 м примерно. То есть вот для того, чтобы сделать вот такой вот сплошной ковер, вам нужно несколько кустов, и они вот образуют такой сплошняковый ковер, который можно будет использовать в различных ландшафтных дизайнах. И, соответственно, заказывайте на Planty MD, мы вам привезем самые красивые и самые лучшие можжевельники.